Ноты. Глупый кумир. Значима, вот, грубо говоря, толпа очень значима, потому что она тоже играет определенную роль. И как Иисус Христос для меня было принципиально, что толпа, которая кричит сегодня «Осанна, Осанна», а завтра кричит «Распни его». И, к сожалению, в нашей истории очень много этих фактов. Достаточно вспомнить 37-й год, массы, которые требовали расстрела и так далее, и потом проклинали коммунистический режим. И здесь толпа. Сегодня она приветствует этого чемпиона. Завтра она приветствует этого чемпиона. И вот это, ну, недаром же называют фаны болельщиков спортивных. Фаны, фанатики. А всякий фанатизм опасен и страшен. Неверный ход, и можно навсегда выпасть из колоды. Я не знаю, что будет завтра, либо никогда, либо ясно завтра. Сегодня всегда, а завтра исчезну, сегодня умру, а когда воскресну? С одной стороны, существует точка зрения, что как бы наша жизнь предопределена Богом или некими высшими силами. Может быть, это и так. Нам не дано это знать, прежде всего. А с другой стороны, если вы проводите параллель с шахматной игрой, то ведь шахматы замечательно устроены в том смысле, что пешка может, так сказать, стать какой-то очень значимой фигурой. И ведь игрок, который проводит пешку, он может сделать ее ферзем, королем, конем и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, исход шахматной партии как раз определяет не король,
А другие фигуры, и иногда именно пешка, или, не знаю, ладья, слон, ну, и так далее, и так далее. То есть любая шахматная фигура может решить исход партии. Значит, очевидно, каждый человек может решить исход партии, если партия называть его жизненную историю.